Всем привет! Сегодня у нас на распаковке несколько посылок, не только ногтевые. В очередной раз заказала алмазную вышивку. Все пришло, как всегда, хорошо упаковано. Алмазиков предостаточно. Правда, есть и бракованные. Попадаются в алмазиках пузырьки воздуха, которые смотрятся как черные точки. Заказала с Джуму блёстки, только их надо наносить на липкий слой, либо посыпать на непросушенный топ или цвет гель-лака. Так, тут пришли семена лилии. Нет, это не лилии, это скорее всего герань. Но заказывала герань, лилию и каллы. Как ни странно, посылки с Джуму вообще мега быстро дошли, недели за три, даже если не меньше. На этот диск я смотрела, наверное, больше полугода, он у меня валялся в корзине, но все-таки я его решила заказать и попробовать. Так, а вот это вот семена лилии. Кстати, все ссылки на семена почему-то быстро сгорели. Тут накладки силиконовые для груди, такие у меня уже приходили в предыдущем видео, только те были круглые, а это в форме цветочка. Но эти шли очень долго, хотя я их заказывала одновременно с теми. Тут пришла очередная краска для стемпинга от Nicole Diary. Не могу все их сразу заказать, приходится вот так поштучно. Ну что ж, приступим к тестированию. С отличной гравировкой. Все рисунки переводятся четко, вообще без проблем.
Блёстки, как я и говорила, втираются только на липкий слой. Вот такой был обзор покупочек с Алиэкспресса. Всем пока-пока!